Мое почтение, мастер. Я по поводу заказа. У тебя правда неприятности с дымовым? Может, это у тебя не все дома? Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал. Ну хорошо, и как это твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот досюда мне доходил. И на двух ногах бегал. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите ему шкуру серебряным мечом. Если добавишь что-нибудь к награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Сколько? Вы, должно быть, шутите! Умеете вы торговаться, мастер-ведьмак. Ладно, по рукам. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. Действительно, кот-переросток. Тебе вечный огонь. Веряю душу. Грёбаный ведьмак, собака сраная. У тебя там сушеные грибы, Вилстай. Похоже, домовой потерял часть добычи. Должно быть магические. Ах, какой там маскат, подберезы, кибровики. Никакие там, то не магические, а все так. Он определенно шел туда. Ну, гляди, вот, пожалуйста, какая уродище. Прыгнул в ров, след обрывается. Дверь на распашку. Интересно. Письмо? Вот это да. Ученый у нас домовой. Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след.
Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Горная лаванда. Сильный запах. Хватит, чтобы его выследить. Ничего нет. Был еще хлеб, но я его выронил. Эльф и стражник вечного огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Без всякой причины. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Твое счастье, что я ничего при тебе не нашел. А теперь пошел вон. Марш в лес. На свирельке играй. Хорошо от тебя пахнет. А говорят, все стражники немытые хамы. И оскорбляешь офицера при исполнении, мутант! Чья бы корова мычала. Я знаю, что ты доплер и клептоман. Меня торговцы заказали! Вечно одно и то же. Эй, стой! Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Что-то я постарел. Ты стой! Перестань, я сдаюсь. Видишь, мало выглядеть как ведьмак, чтобы драться как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек и что ты чувствуешь. Правда, не убиваю. Но не все такие совестливые, так что лучше отправляйся красть куда-нибудь еще. И лучше подальше от Новиграда. Тут золотой век для доплеров уже закончился. Я знаю. Но я думал, что меня-то никогда не поймают, что я умнее. Что же, я мог получить урок похуже. Пора отсюда убираться и как можно дальше. Но сначала возьми вот это. Знак благодарности. Чья вина? Чародей. Мое почтение, мастер. Дело сделано. Я убедил домового вернуться в деревню, заплетать гривы лошадям и ссать в молоко, как велит обычай. А откуда мне знать, что вы правду говорите? Нет трофея, нет и награды. Лучше, чтобы все-таки было, а то как подействует на тебя невидимая рука рынка, так ты неделю на заднице сидеть не сможешь. Я дам половину того, на что договаривались, не больше. И никаких дел с тобой иметь не буду.
Открывай. Должен лучше подбирать себе людей. Рико попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Вперед, плотва!